Один военный погиб, еще один ранен. Сегодня боевики 10 раз открывали огонь по позициям военных, в том числе из тяжелого вооружения. Неспокойно было в Золотом, Попасной, Новоалександровке, в районе Авдеевки и Мариуполя. Подробнее о ситуации наш военкор Ирина Баглай. Да. Под такой стрельбой на фронте Ольга уже 4 года. Накануне за пулеметом пришлось подавлять огонь боевиков. Мы вчера устали сумки открывать. Ее родной дом в 2000 километрах от передовой на украинском Донбассе. Россиянка Ольга уехала из Челябинска, как только кремлевская пропаганда начала литься со всех экранов. А ее страна превратилась в страну обмана. Ей удалось противостоять пропаганде. Найти правду оказалось несложно. Сначала была аннексия Крыма. Вот, которая поставила под сомнение все происходящее. Вот, потому что очень сильно была пропаганда, но тот, кто хочет найти нормальную информацию, правильную, то он всегда найдет. У меня есть друзья и здесь, и я им верю гораздо больше, чем телевизору. Поначалу девушка помогала как медик, потом встала за пулемет. Год назад Ольга получила украинское гражданство. Теперь она защищает с оружием Украину, которая стала ей второй родиной. Ничего сложного, абсолютно надежная машинка. Вот, с хорошим креплением на станке. Вот, плюс прицельные приспособления, которые дают нам возможность достаточно четко работать. Войну, с которой Россия пришла в Украину, Ольга считает своей и готова давать отпор. Говорит, главное не бояться. Если делать так вот, там, я не знаю, трястись руками, кипишевать, оно же быстрее не получится. Главное не бояться. Так, а это мы оставим на вечер. Мені 20 років, все, 23 липня виповнилося. На фронті вже більше року. Закінчив медичне училище і по своєму бажанню прийшов служити, захищати свою країну. Для Андрія війна почалась, коли він ще був несовершеннолетнім студентом медколледжа. В останні тижні все чаще медик в бойовій готовності з жгутами і аптечкою рядом з бойцями в окопах. Ну, вони останнім часом, так сказати, обнагліли, що вже геть днем. Раніше було ввечері, там, після 8-9, як почало темніти. Зараз вже не соромляться навіть днем нас обкидати мінами. Под пулями парню приходилось не раз оказувати допомогу. Бойовики, видя медика, не прекращали огонь, а усилювали. Вони пристрелюють і навіть, не здається, очікують прибуття медика чи машини для того, щоб нанести більше шкоди, щоб більше. Тому що як, якщо медика поранити, то хто буде далі захищати, хто далі буде хлопців рятувати, витягувати далі. І хоча на лінію огня Андрій виходить без оружия, уверен, бойові товариші прикроють. А дома ждуть любящі люди. На рік провоював і зрозумів, що потрібно, щоб вдома хтось чекав. У нас все гаразд, все добре. Ірина Баглай, Андрій Костюк, Руслан Рев'юк із Донецької області. Подробності телеканал «Інтер».